Так, у нас Мурзик, Симба и Мелитина в Ариадниной куртке решили проверить забор. Мелитиночка, ты куда идешь? А, куда шагаешь? Это что за вообще типок? Ты куда? Осень наступила. Ну давайте посмотрим. Вот какая красотища у нас. Вот здесь вход будет. Тут у нас Фури, арктическая наша первая волчица. Тут Акела. Тут луна такая красивущая. Здесь у нас Ария. И здесь такое озеро. Ой, не озеро. Фу, перепутал. Это горы и такая, это типа, туман такой. А может и озеро. Я уже забыл. Ну ладно. Ну красиво смотрится. На озеро похоже. Что ты? Красавица моя. Вот он я. Вот такой чисто портрет нарисовать, наверное, 1120-150 будет стоить. Вот мы тут с братишом. Чуть-чуть где-то я схожу, но отлично все равно. Акела, да, что-то ты только к Акеле подходишь. И к этому, и к тому Акеле подошла. Вот сейчас продолжаем. Тут вниз надо будет, наверное, как снег продолжить. Будет классно, я думаю. И здесь как космический дальше, вот такой темный космос переходить. Крапинку. Пойдем, Мелитина. Вот тут забор. Сейчас я вам весь покажу. Это у нас сибирские, якутские волчары. Тут у нас Акела с черникой. Тоже вот они. Наши. Северные канадско-арктические волчары. И вот у нас с детенышами первые арктосы здесь рисовались. Вот они, такие у нас красавцы. Шик, блеск. Мелитина, пойдем. Куда что-то пошла. Эх, как хорошо дышится, когда здесь просто вот поля и ничего нету. Вот кто-то когда-то же застроит это все чем-то. Поэтому хочется здесь сделать, насадить деревьев тоже, чтобы были все в соснах было, в кедре, в туях, чтобы заходил и просто от запаха вот этих свежестей сознание терял, чтобы все было засажено деревьями, чтобы летом все пахло. Здесь надо подзакрыть, чтобы забор. Тут отставить такие тоже, как стояночку. Здесь надо выкапывать будет. Ну, красотища. Огромнейшее спасибо это Вере Николаевне за такой подарок. Честно, я полную сумму не знаю, сколько это все стоит, но не меньше 500 000 художники мне сказали, кто вот рисовал, Мария. В общем, это огромнейший и дорогущий подарок для парка волков. Не забор, а шедевр прям. Смотрите, какая красотища. Такого забора я нигде не видел. И нигде, наверное, не увижу. Вере Николаевне огромнейшее спасибо. Прям безумно я ей благодарен за такой подарок. Она мега мозг. Она предложила идею эту, разрисовать забор. И вот что из этого получилось.
Да, мы, конечно, планировали немного по-другому. Ну, не то, что немного, вообще по-другому, но вот то, что мы сделали сейчас, конечный результат, это просто бомба. Это реально очень круто. Прям супер круто. Сразу яркие краски. У нас таксисты, там еще люди. А с нас сразу снимают забор. Фоткаются, снимают. Пойдем, милитинка. Ей так нравится? Да, в курточке не своей. Пойдем. Так. Заходи. Мурзик, Симба, пойдем. Ты что, не влазишь сюда? И вот так вот тут у нас встречает. Тоже нам подарочек был. Спасибо огромное от Светланы. Красотища. Заходи, если что. Вот и парк. У нас давайте подделаем, подобьем, а то тут вышли у нас художники, дорисовывают еще. Вон какие цветочки здесь тоже растут. Тут роза расцвела. Это еще с учетом того, что мы не ухаживаем так за цветами. А надо было бы, конечно. Ну, времени нету. Не было. Тихо, розочку, розочку не помни. Лети на. Вот цветы какие красивущие просто. Вообще, тут уже сорвали некоторые. Вот эти нам Юлия корзинки дарила специальные. Это у нас... Ё-моё, забыл. Что это такое уже? И вон цветов сколько пораспускалось. Представляете? Тут туйки у дома у нас. Чтобы тенечек был хоть летом. Дай бог. Все, сделаем, будет открытие, и все смогут посетить это прекрасное место. Вон все смотрят, ждут. Не забывайте, дорогие друзья, подписываться в телеграм-канал. Также у нас есть платные телеграм-каналы, кто хочет поддержать. А естественно, у нас Boosty, где полнометражные у нас ролики. Всем, в общем, спасибо.